Новость о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова шокировала болельщиков. Еще позавчера он выступал в шоу. Первая рабочая неделя Нового года началась с тревожной новости для всех поклонников фигурного катания. Один из самых титулованных и известных фигуристов России оказался в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Состояние олимпийского чемпиона вызывает серьезные опасения. Болельщики массово желают Роману здоровья и пишут, что молятся за него. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров после завершения карьеры присоединился к команде Ильи Авербуха. Уже более 15 лет Роман – неизменный участник ледовых спектаклей и телешоу, продюсером которых выступает Авербух. В эти новогодние праздники Костомаров вместе с супругой Оксаной Домниной выступал в шоу «Волшебник страны Оз», где сыграл колдунью Брунгильду. Особенно зрителям запомнился его дуэт с другим известным танцором Максимом Шабалиным. В последний день новогодних каникул 8 января труппа шоу отправилась в Коломну, где порадовала жителей и гостей города выступлением на открытом катке в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Костомаров появился на льду в паре с бывшей партнершей по телепроекту актрисой Валерией Ланской. Всего через день после выступления в Коломне появились шокирующие новости. Роман Костомаров был госпитализирован с пневмонией и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Илья Авербух же сообщил Матч ТВ, что фигуриста переводят в госпиталь в Коммунарке. В отсутствие полной информации о состоянии здоровья Костомарова, как простые болельщики, так и звезды фигурного катания сплотились вокруг заболевшего чемпиона. Соцсети полнятся комментариями со словами поддержки и молитвами о здоровье фигуриста. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!